Привет, рад тебя, соответственно, видеть на новом видео. И сегодня у нас охуенный стенд для охуенного владельца. По названию ты понимаешь, и сейчас я достаю своего катану, своего дружка, ебать огромного. Ебать, эта энергия очень красивая. Да, это скин Spirit Bomb, и если кто не понял, это Анубис. Ставь лайк, подписывайся, а мы приступаем к обзору, ну, естественно, пиши комментарий, потому что... Второе видео за день, ебать, это нормально. Как бы лайк, подписка, комментарий. Так что если ты новенький, располагайся и приятного тебе просмотра. Ну, обзора вернее. А, ну и интро. Приступаем к обзору этого стенда. В принципе, начнем с кликов. Клики у него очень уникальны, так как достают на этой, ну, на большой дистанции, вот смотри, примерно вот здесь, да. Короче, клики 5.5, R-ка 11 и правая кнопка мыши, ебать. Короче, правая кнопка мыши, там тоже есть урон, не сомневайся в этом. А именно 7.5. Дальше Ешка. Ешка самое такое хорошее, ну... Урон маленький, 0.9, потому что это тот стенд, который, ну, не требует сверхсилы, чтобы за него играть. И вообще, он играется от тактики боя. Вернее, ну, я так скажу. Т-шка, это комбо-экстендер. Три клика сделаешь, нажимаешь Т-шку, продолжаешь дальше кликать. И, в принципе, вот такой вот комбо получается. На джишку у нас, так скажем, ускорение, наш баф, который нас бафует, и мы становимся быстрые. А также, ну... Заводим заблуждение противника, с которым мы деремся. Дальше на Y отравление, которое налаживает отравление на нашего противника. Вообще стоит его юзать в начале боя, так как оно более... А, забыл сказать, Т-шка кровотечение, да. Так как оно лучше все будет в начале боя. Дальше Z-ка. Z-ка это у нас каунтер дефолтный. Бэмс и ебашим человека. В принципе... И скилл на X, даже на трупе, да, даже на трупе это работает, на X это у нас как завершение комбо. Давайте покажу вообще фулл комбо, который я хочу вязать. Сейчас я добегу до луки, чтобы тебе примерно показать, чтобы ты все понимал. Вот, в принципе, начинаем, мы три клика. Блять, погоди, ничего не получилось. Смотри, три клика. Да иди нахуй! Раз, два, три... Ослепление. Раз, два, три. Три там клика юзаешь и в конце, короче, вот так, да. Это уникальный комбо, который юзает все, в принципе, кому не лень, только еще. К этому ты добавляешь отравление и кровотечение, получается, в принципе, хп, ну, сносится, ну, да хуя так-то, реально. Билд, показываю тебе билд, чтоб ты, если что, юзал его, да, для себя, для своего стенда. Оно без прокачано фул. Здесь хп прокачано. Ну, персонаж, вернее, так вот. Хп реген, там хп не до конца вкачал, потому что нету смысла. Нейбок, соответственно, не качал физбарейч, не вижу в нем тоже смысла вообще никакого. И вот так вот прокачан сам бокс у меня. Вот так как-то. В общем, с этой большой ледыгой из энергии мы переносимся в Колизей и начинаем пиздиться с людьми, которые. Нас заебали, я так понимаю. Да? Да. А, кстати, лайк, подписка, комментарий и приятного просмотра. Знаешь что, я только что слышал выстрелы и, блядь, обратно залипал в ютубчике. О, это обычный... Блядь, вообще не удивляюсь, блядь, когда играет. А, по-моему, я с этой молодой человечкой играл сегодня уже. Да, да, я с ней играл, это та самая Сакура, которая меня хотела выебать, но у нее что-то не получилось. Да? А, вот так это и работает, а ты как думала? Чувиха. Почему меня пингует, так вопрос? Нихуясь. А, я забыл вязать отравление. Блять, у меня волосина зацепилась за руку, нахуй. А, ладно, давай сейчас. Разберемся с тобой по-быстрому. Бэмс. Что, блядь? А почему? Неужели это пофиксили? Да не может такого быть. Я в это не поверю. А я в это не поверю. Я в это не поверю. Иди сюда, чувиха.
Чувиха. Блять, я тоже проебал свой браш. Блять, это что это? Ты видишь то, что с картой происходит вообще? Что это с картой, блять? Что происходит? Почему все светится? Типа я настолько пиздатый? Или нормально сыграл? Я не знаю, почему. Реально. А, ну вот реально почему. Чувиха, погоди. У меня просто иногда клики не проходят, и все. Типа я юзаю правильно вроде, а они просто иногда не проходят. Вот это уникальная комбо, да. Блять. Ну. В принципе, ничего удивительного нет в том, что она это юзает. Или... Ну, это она, похуй. Раз. Ребята, это пиздец. Почему все ТВшники так играют? Я просто не могу понять. Почему так уёбищно они играют? Дэш назад, понимаешь, да? Ну что это, ебать? Я не понимаю, ты тупая, что ли? Ебать. Ебанина ёбаная. Блять, ну заебали реально, извиняюсь за маты, но... Ну как за маты? За оскорбление, так скажем, прямое. Ну реально заебали, потому что это ты делаешь? Почему ты играешь как ебланище, блять? А может ты им являешься, а? А ну, расскажи мне, блять. Кто ты по жизни? Кинь ножи в меня, давай. Я так понял, похуй, да? Похуй, реально. Похуй то, что я каунтер нажал, вообще поебать. Блять, дальше не было. А вот и... Это пиздец. Это пиздец. Понял. Ран и нихуя. Почему я не удивлен? Бля, я реально ненавижу против таких играть. Они просто бесят меня. Больше всего бесит, блять, ну что ты делаешь, ну ёбаный в рот, ну начните вы нормально в юбы играть, ну не как пидорасы, блять, тупые. Да, попей мне крови, похилься, блять, фул ебало, ага. Ну блять, ну играйте нахуй как, ну нормальные люди, блять, вы играете как ебаное чмо просто, бессмысленное, которое нахуй, вообще нахуй не существует в этой помойке, блять, ну как помойке. Ну просто нахуй не существует в этой, блядь, юбе, нахуй, если они, по сути, нихуя не сделают. И аргументы, что они ж в будущем научатся играть, хуй они, блядь, научатся, если не примут свою ошибку, которую я им пытаюсь донести, блядь. Ранить, убегать, ради того, чтобы сделать плохо. Охуенно, ебать, почему бы и нет. Плевал и срал таким в рот. Реально заебывают, поэтому простите, ребята, если есть слишком, ну, групп там в каких-то ситуациях. Поймите уж меня, блядь, когда ты играешь против такого человека, эмоции сдерживать сложно, потому что, блядь, он бегает, юзает скиллы и говорит потом GG. Ну, по-моему, GG пишется немножко в ином случае, когда тебя ебут в жопу, именно такого человека, как, блядь, ты, нахуй. Погнали, ладно, не будем застряться на плохом. Активируем наш яд. Это плаг. И это King Crimson. Ну, погнали. Давай. А, нихуя себе хитбокс крутой. Иди сюда. Я жду просто его, пока он меня забадит на эпитафи, на самом деле. Ну, хотя бы так, блядь. Но почему ты сразу, ну, каунтер мой не засчитываешь? Да, это то, что я так хотел сделать. То самое комбо ебаное, которое... Ну, если не сносит фул ебало, то хотя бы... Ну, фул ебало, да. Человеку с плаком. Оно точно сносит фул ебало. Ну, как фул ебало. Ну, да, фул ебало, короче, мне похуй. Нихуя ты... Чё, читер, что ли? Это чё? Это чё такое, блядь? Это читы? А, нет, это просто такая анимация, ладно. Я уже испугался, то, что ты... Нормальные хитбоксы. Понял.
Иди сюда. Иди сюда. Вторая попытка. Первую я успешно проебал. Нормально. Вырез времени. Хорошо, я не против, против. Ну, я не против выреза времени. Я не против. Я не против. Да, наколол ты меня, ебать. Хотел бы уже блок. А что, не ожидался, что мне сразу стенд останется, да? Не ожидал, да? Нихуя себе, блядь. Это комбо. Ну и обратно же человек просто убегает. Смотри, я за ним бегу, ебать. То есть это... Ну ты понимаешь, насколько это ебанизм? То, что в юбе... Ну, что в юбе происходит, ебать? Не так, то, что... Люди просто убегают. Просто убегают. Поэтому, скорее всего, я буду переходить уже на рубрику, которую я придумал сам, блядь. Вот это будет... Тебе интересно смотреть, а не просто какой-то там PvP со стендами. Но хотя рубрика подобная будет тоже. Насчет рубрики я тебе до конца рассказывать не буду, что мне будет происходить, потому что для тебя это остается секретом. Я сыграю сначала на всех стендах. На всех, на всех, на всех, на всех. И потом аж перейду на рубрику, которую я придумал сам, никого не спиздил. Поэтому как-то так. Поэтому как-то так. Но сначала я сыграю абсолютно все стенды в Ютубе. На данный момент, если будут добавлять новые стенды, вряд ли я, конечно, за них буду играть, но верно буду. Так, надеюсь, ты прогрузился. Да, все, осталось просто подождать тебя, чтоб ты, блядь, не ревнул, как другие это делают. Ну, вернее, просто тебя не выкинуло. Все, ждем нашего оппонента. Лайк ставишь, пидорасом не становишься, и обретаешь также две головы по плечам, как у меня. Спустя 10 минут ожидания я до сих пор не дождался этого молодого человека, может и не молодого, я не знаю. И честно говоря, я заебался ждать его, реально, блять. Реально заебался, ну, на полицу что ли. Поэтому я его просто беру и убиваю, чтобы... Что? Нахуя я его убил, спросит меня, это ему просто, блять, ресетнуться. А вот так, а потому что у меня есть выбор, ресетнуться либо убить, а я убил... Я, вернее, выбрал его убить. Вот как-то так. Так, находит противника. А, надеюсь, этот противник не будет ранить меня. Надеюсь, это вообще не The World, блядь, потому что устал уже против The World играть. Реально заебывается. Ну, блядь, ну только сказал не The World, это ёбаный The World. Знаешь, ты, наверное, заебался, смотри, как я играю против неопытных людей, которые... Вот, допустим, как он первый баражит. Я знаю, что... А я ресетнусь нахуй. Я сейчас комбо ему сделаю, чтобы он чисто подохуел. И ресетнусь, потому что не вижу смысла играть с ними. Лучше уже отдам им победу, чем просто буду играть против этих людей. И пусть я выйду в историю как добрый человек, который дает победы людям. Как-то так. За Нобиса я сыграл один нормальный бой из уже четырех, блядь. И что-то мне подсказывает, что это Дио Вархэвен. О, это сейчас будет интересно. И если это Дио, конечно, Вархэвен. Давай, давай, по звуку. Ну-ну-ну. Блядь, это обычный ТВ, это вы заебали со своими ТВ. Ну шо вы? Ай-яй-яй-яй-яй, парни. Конечно, играть с ТВ весело, я сам за него играл. Но, сука, когда тебе каждый бой попадает с такой противник? Заебало. Честно вам, ну, скажу. Только что было, ты видел ситуацию, когда два раза проигнорил мой каунтер этот человек. Ему похуй на то, что я знул каунтер. Да пизды ты, как говорится. И только что ты это запечатлил, блядь. Что? А, он умер от кровотечения. Нихуя себе. Я думал, я знул родоролидер и просто отлетел. Ну да ладно. Так, парни, девочки нашли мне бой. Ты чё, еблан? Ты чё, еблан? Ты чё, еблан? Ты ебанутый? Блять, я отвечал на ваши комментарии, он ебашит меня. Ты еблан вообще, блять? Адекватный, нет? Алексей, блять. Алёша, нахуй.
Лёша, вы ебанутый, ебать? Вы, ну вы реально ебать? Нихуя себе вы ебать. Алёша, нахуй. Ну тебя хуй его теперь в клике возьму, блядь. Блядь, ты заебал меня, Алёша, ты еблан, иди сюда. Аксель. Алексель. Блядь, такие тайминги выбирают тупые на самом деле. Заебал. А вот и то, о чем я и говорил. Ну почему ты не кликнул, блядь? Ну что это за пиздец? Я ему не могу проиграть, потому что для меня это уже маразм ёбаный, если я этому человеку проебу. Реально, ебать. Ну что это такое? Что это, блядь? Нахуй иди отсюда. Иди отсюда нахуй, говорю, блядь. Ясно, блядь? Иди нахуй. Ты, блядь, сначала выёбываешься, а потом идешь нахуй, да? Вот иди нахуй. Давай, юзни X. Я сейчас тебя зап... Это и было твоей ошибкой. Еблан. Почему еблан? А потому что нехуй нападать на таких, как я, игроков в начале. Ливаешь? Ливаешь или ты ресетаешься? А, ты просто умер, блядь. Или ресетнулся, я не знаю. Но я что-то тебя быстро слил. А нехуй нахуй нападать на меня, когда я стою просто. Просто стою, просто. Это уже пидорство ебаное, ну блядь. Так делают только плохие люди. Такие как ты, Алёша. А вот еще раз... Блядь, мне бокс не взялся. Тебя жизнь ничему не учит, я так понимаю, да? Или ты расслабился, надеясь на то, что я легкая жертва, которую можно выебать. Да хуй там. Да хуй там, Алексей. А вот нехуй стенд убирать. Это тоже ваша ошибочка. Вот и все, блядь, Алексей. Падаете, блядь, Алексей. Алексей, вы падаете. Просто падаете мне на коленке. GG, комбус. Да, комбус, и что? И что, блядь? Ого, ты не знаешь, что такое комбо? А я знаю. Короче, все, я хотел снять тебе еще один бой. Рассказываю, что из этого получилось. Мне попался Диего, динозавр. И он, как и все, убегал, ранил, юзал клона. И меня это настолько выбесило, то, что я просто, ебать, вышел из себя. И все, блядь. Спасибо за просмотр, хорошего настроения. Я с тобой не прощаюсь. До скорых встреч. В рот ебал. Юберов, таких как он.